Поселок Снежный меняется. Только этот год принес жителям ввод в эксплуатацию новой современной школы. Первой новой школы в областном центре за 30 лет. Помимо этого полностью реконструирована улица Майская. Дорожное полотно заасфальтировано. Уложен новый бордюрный камень. Впервые появились асфальтированные тротуары вдоль всей улицы. Также в этом году у поселкового дома культуры Снежный обновился фасад здания, и на нем появилась новая современная световая вывеска. Для нашего Дома культуры в этом году прям самое такое массовое и замечательное событие – это наш фасад. Мы очень долго ждали, и, наконец, в рамках муниципального задания, спасибо Юрию Федоровичу, нам его отремонтировали. Теперь у нас Дом культуры самый прекрасный, самый красивый. К фасаду у нас еще замечательная вывеска. Вот. Теперь наш Дом культуры видно вечером, утром, днем. Стоимость выполненных работ по ремонту фасада и монтажу новой световой вывески – более 1,5 миллиона рублей. Теперь работники Дома культуры надеются, что уже в следующем году прилегающая к учреждению культуры территория будет благоустроена. Согласно разрабатываемому проекту, появится ограждение, озеленение, лавочки и асфальт.